Привет и добро пожаловать на еженедельную передачу, посвященную лучшим видео про опы вокруг игры War Thunder. В этом выпуске: сериал «Товарищи», «Не туда попал», «Фраги оптом», «Красота природы». Хочешь узнать, как прислать свое видео на шоу? Тогда досмотри этот выпуск до конца. Ну а теперь начинаем Thunder Show. Эй, ребята, у меня для вас отличные новости. War Thunder запускает новый еженедельный телесериал «Товарищи». Встречайте новых героев. Премьера уже в этом году. Шучу, но было бы неплохо, правда? Поздравляем автора ролика «Бейкенинг» с победой и вручаем ему заслуженный приз. Небо. Такое просторное, правда? Вот летишь себе и чувствуешь настоящую свободу. Особенно, когда ты управляешь такой великолепной машиной, как Хортон 229. Эх, красота! А потом... А нет, все в порядке. Это просто и Т-1 решил переделать свои ПТУРы в зенитные ракеты и немного перестарался. Причем так, что сбил своего. ПТУРом. Я даже не знаю, что и сказать. Попасть в самолет ПТУРом вообще дело непростое, но умудриться сбить при этом своего, который пытался тебе помочь, вот это уж точно фейл недели. Благодарим автора, Александр Терентьев. Получай свой приз. Легендарный пикирующий бомбардировщик «Юнкерс 87 штука». Ну, ладно, в игре это самолет на любителя. Он довольно медленный, а защитное вооружение оставляет желать лучшего. Ну и что в этом такого, собственно? Это же пикирующий бомбардировщик, который зато может сделать вот так. 6 вражеских танков броском одной бомбы. Ну что же, у нас новый рекорд. 6 танков одной бомбой — это серьезная заявка на победу, которая приносит автору видео Ричи Блэквелл 5000 орлов. Спасибо. Красота. Она везде вокруг нас, но зачастую в пылу схватки, в плену азарта мы просто не замечаем всей этой красоты. Этих бесконечных полей, острых скал, утреннего солнца, блестящего на снегу. Представляем вашему вниманию видео, посвященное картам War Thunder, на котором вы не увидите ни единой машины. Уверен, вы откроете для себя много нового и посмотрите на, казалось бы, привычные ландшафты совсем по-другому. Наслаждайтесь! Thank you.
Смигл Тайм, спасибо тебе за это по-настоящему оригинальное видео. Получай свой приз. Время выбрать лучший комментарий недели. Танкист борткана ТС сказал: «А Су-57? Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». За который автор получает 1000 золотых орлов. Пожалуйста, ответь на победный комментарий своим игровым имейлом и именем игрового аккаунта для зачисления приза. Друзья, обращаем внимание, что процесс зачисления золотых орлов может занимать до 5 рабочих дней. Спасибо, что смотрели Thunder Show. Теперь давайте напомним правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтируй видео длиной до 3 минут, подходящее в одну из 4 ранее упомянутых рубрик. Внимание! Видео должны быть опубликованы впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал по адресу на экране, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей свое видео на YouTube и пришли нам ссылку на thundershow@gaijin.ru, обязательно указав в письме имя своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить на него твой приз в случае твоего выигрыша. Каждую неделю мы награждаем 4 победителей с суммой в 5000 золотых орлов. А еще у нас дают бонусы за лучший комментарий недели, так что снимай, присылай, смотри и комментируй. Халявы хватит на всех. До встречи через неделю.